Добро пожаловать на просмотр нового видеоролика, и сегодня я вам покажу, как скачивать моды на игру Motor Depot. После того, как я снял обзор на эту игру, было куча вопросов по тому, как установить этот мод. В этом нет ничего сложного, и сегодня я вам это покажу. Для этого нам понадобится, естественно, сама Motor Depot и любой проводник. Можете там ES-проводник, вот как у меня CX-проводник, любой. И ссылка на этот мод будет в описании, сразу на Яндекс.Диске. Вам ВКонтакте не обязательно, он нужен для меня, потому что она находится вот так вот в ссылке здесь, вот ссылка на мод. Вот я на нее нажимаю, перехожу на Яндекс.Диск. Вот, и вот здесь такой вот Яндекс.Диск. Ссылка вот сразу вот на эту страничку будет в описании, так что вам ВКонтакте и не понадобится. Вот, я нажимаю сохранить и скачать с Яндекс.Диска. Вот, перейти, открыть в браузере. Так как у меня приложение не скачивал, потому что не нужно. Так, вот зажимаем как-то вот файл, я не помню. Вот, да, нажимаем на него. Ну и скачиваем. Вот, не отображается того, что он скачивается, но он скачивается, скачается быстро. И придет уведомление, что файл скачан. Так, вот все, загрузка завершена. Так, еще раз нажал. Вот, как видите, сверху было написано то, что загрузка завершена. Потом нажимаем на крестик. Вот, все уходится. После того, как оно установилось, мы заходим вот в любой проводник. Вот, и видим, вверху у нас скачался этот файл. Mine56 Conquest Games Motor Depot Ob. Выделяем его. Нажимаем переместить вот внизу. Сейчас нажму. Так. Выходим отсюда. Нажимаем основная память. Android. Ob. И ищем папку вот, Cos Games. Вот, вставляем сюда. Переменить ко всем файлам. Перезаписать. Все, успешно перемещен в эту папку файл. После чего мы выходим, выключаем интернет, убираем все вкладки. Ну, интернет не обязательно, это и так. И сейчас я вам покажу, что все работает. Вот, как видите, все работает. Появился у нас скин на прицеп. Не скин, а текстурка. Вот, Газпром. Все работает. На других машинах тоже это все берется. Вот на Зилке. Ну, вы все понимаете. Что ж, теперь вы знаете, как устанавливать мод на Motor Depot. Думаю, у вас вопросов больше не будет. Я объяснил, все понятно. Установка очень легкая. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте про колокольчик. И всем пока.